Не знаю, мне ли там начинать, чек на пул. У меня там есть один чар. Один чар у меня на X5 есть. На Альянсе, правда. Рули на повороте. А, сейчас прыгну в деса еще. А вы на Альянсе или на... Вообще, там лечо убивали в 17 человек. Ну, вообще, все целковы на себе вроде. Ну, это в последнее время там починились. Это не знаю насчет того, что там все скиллованные. Там реально как-то дамаг завышен у чаров. Нет, дамаг завышен, я говорю, но там играют люди, ну, по крайней мере, в Аронеях рейдах. Там намного лучше, чем у нас играют. Странно, я помню, как это вот чинили. Не, я помню, как голема у них починили, что нельзя было таунтить его. Они там в РС-ке 3 часа сидели потом. Вот взять уже нашу РС-ку сейчас. Да, но сейчас это полное, это уже полный отстой. Просто каждому человеку нужно понимать, что ему делать, как ему выживать, как не умирать. Ну так там PvP-сервак, понимаете, кто в PvP играет, тот будет лучше играть в PvE, потому что он будет, ну, классовый, знать. 20 лучше будет. Я запускаю. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного... Классно, Трис отошел и в это время запустил. С опаснейшим... Повороте 5-30 лет афукашет. Смогут пережить испытания, войдут в серебряного авангарда, который направится на короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был... Повороте, ты тут? Бой, герой! Пекнись быстрее. Нужно демона. Пожалуйста, быстрее. 7 секунд. Соперников в багровом круге. А Поконская? Злейте и на резвезде. Давайте рост. Выйдите с меток, слушай. Давай тебе кину зубы. Да я не зыбный, столько прожил. Ничего страшного. Забирайте, кто следующий. Танки. Ну, клонский забирай. Как ли? Да. Вот, да. 14 стаков у тебя. Мне зубы. Какие зубы? У меня уже когда? Ресов кого-нибудь, Олег? Не, не ресов. Дайте бафы клонскому. Клонск левого червя, гилд правого. Правого червя все играем. С фукс какой-то под мордой стоит. Не знаю, может, не знает тактик. Лимошку забирай. Ну, на мне нет. Лимошку забирай босса. А. Он забрал до этого дебаф. Немножко не так получилось. Лимошка на оф ворлда. Все. Классно. А что если сразу левую убивать? Полуги имеют хил. И все хилы с паралича, да? Да. Олег. Ну подожди. А вот что у него паралича? Вот как он блеванул так? Все хилы в паралич. Пробуйте хилить. А, нет. Падайте, короче. Шам, отмени. А что если сразу ее валить? Мы всегда валили правую сначала. Ну потому что мы не успеем завалить левую, мы будет плевать этим. Ну так дебаф-то будет вешать правую? Нет, потом она не сможет плевать.
Там какая-то херня была, я не помню. Можно одновременно убить. Бой, привет. Привет. Немножко, я же попросил тебя не забирать так. Просил забрать, когда на гилде будет дебаф. Я сейчас не видел, что на нем не было дебафа и тупанул. Что там? Еще один человек должен леснуться, лимошка. Все, обновляй. А. Ну, пошли в этот пока. Зачем? Так норма стоит. Так 25 гер забагалось. Давайте пока просто я спромисю. Хотя, ну давайте выйдем. Последний раз попробую обновить. Просто бой висел. Вряд ли сейчас возведем опять. Повороте выйди. Уверенно. Повороте и перчи. Тут я. Говорите. Так выйдите с инста. Уверенно. Повороте. Да, сегодня только целка нормальная была, видимо. Все, Олег, все вышли. Теперь попробуем. О, разбагалось, как странно. Ладно, кушайте рыбу. Что насчет этого? Сразу левую, короче. Не знаю. Это... Все равно танки на дебафе будут меняться. А мы убьем ту, она второй раз не плюнет. Палатина, дайте, пожалуйста, каску под друидом. Спасибо. Махил. Ты что-то не хочешь свой дух последнее время собирать? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Горм, Пылающий Бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных. Кто вообще Ульду завтра пойдет? Плюсики поставьте. Наше время, паладин. Посмотрю. Поклонский на трех забери. Я вижу только 4 плюса. Я тоже пойду. Я пойду. Я вам мстителей пойду. Все умру. Хорош. Да плевать, что там все умрут, потом реснут, как обычно. Масс реснут там, типа. Ну да, да, как белочка в катаклизме, масс и воскрешай.
резать поклону. Гелда. Гелда, подними поклон скоро, растите тоже. Шаман, что-то вы не хилите нифига. Пристабал. Махните, Гелда, пожалуйста. Поклонского тоже поднимите. Поклонского поднимите. Есть БР? Off World, то подними Поклонского. У меня на прошлом обществе. Дайте бафы по Поклонскому. Так, по югим на ману поставьте тотем. Таби, давай гимн на отхил. Лимошка, забери. Забирай, Лимошка. Лимошка, забери. К звезде иди теперь. Так я отойду под грёва подальше. Ты еще блеванет один раз. Еще раз пробеги. Я есть? Успел. Да-да, успел нормально. Ну, просто как... Короче, надо попробовать сразу левую фокусить. Его нельзя трогать. Там за это бан дают. Есть видео, где я трогал левую без регистрации СМС. Дайте каску по ДК. Выйдите с ним. Короче, не стойте вы уже. Клонский, дай каску пока. Не бил, да. Лимошка, дашь сакру по команде. Отказ. На поклоне дебаф. Подожди. Не могу пока хилить. Хильте пока без меня, у меня ноут разряжается. Так, я с вами. Больно. Минус 2 уже. А хило всех заморозило, неправильно стояли мы. Слишком далеко. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Все чудовища повержены. Так, Бриджи. Вещи надо кому-то еще? Че, престол такой пойдет? Да. Да, надо. Или кинжалы носят только маги, да? Или не помню уже. Так, Зивай, ты на Элема рулишь? Ты же на этого РДД. Не пускайте босса. Баф раздать?
Почему Таби? Я же 80 кинула. Ну, я не заметил. Ты на РДД рулишь? Это жало, жало. Извини, извини. Я подумала, что трофей. Бафы дайте. Какие тебе надо бафы? Каску, инто, крест. Что тебе угодно? Пустите босса, дайте бафы. Пишите, пишите в чат. 450. Профу есть, показываю. Приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ой, бля, уныло на севере стало. Ага, получилось! Чё, АДК сильно с ШМ ДПС апается? Чати класс наносит шэм, сильно ДПС апается. Ничтожный гном, тебя погубит! Я смотрю, у всех гильдий онлайн просто захерел. Да просто сервер захерел. Лето просто. Ну вот. Понты с лчата добирают ЦЛК. Твой бульбулятор ничего не собирает. Северное сияние, бля, ссылка еще ходит, ладно. По факту три гильдии Гиреда не ходят в рейды. Не знаю смысл, там еще какие-то мелкие сети собираются. Ну, я сейчас посчитал, это мы, кнуты, северное сияние, которые ссылка РС фулл гир рейдом собирают и все. Не, просто у чат там смотрю иногда. Таби, отойди, Таби. Рассеивайте заклинания. Ну, код доступ рай еще там целка собирает 15 человек. И Seals of Brothers тоже 15 человек. Но это разве норм? Ну, их там 30 человек, не замену. Вот. Скажешь, на заменится ли? Кто? Seals of Brothers. Поэтому они не ищут солчата. На замене сидит и ИП получил. Вряд ли там кто-то на замене сидит, так солчата людей добирает или в чем прикол, бля. Долго захильте. Ну давай, сакру поклон. Бейте трэш, захильте череп. Придется петь гимн отхил. Таби, пой гимн отхил. Бейте вот этот мелкий трэш. Он касты сбивает, мне неприятно хилить. На меня идет трэш. Череп, схилите. Попробуй прожать глыбу. Ну, прожми глыбу, я хочу посмотреть. Спал, добав, отлично. Дебаф каст. Сейчас панк выйди с меткой. Смотри, еще никто не упал с таким-то ДПСом. Что за прикол? Как вторых врат еще не было, нет? Ну, сейчас будут. Нормальный ДПС. Уже не будут. Не, ну, нормальный ДПС это когда... Сколько? 2 минуты 4 секунды? А, нет, 39. А, нет, да, 4 секунды. Минута и 40 секунд. Так. Бисовая талисман. Трининг пола. Арбалет. Патрин, отсохэнд. Арбалет надо. Альянсу не нужна помощь, повелитель. Вы несите на панельку команду Роу. Такое ощущение, что вы набираете вручную. Защитный плащ на танка. Трофей ролем. Турнир продолжается.
Вы там запустили босса? Я пока разруливаю. Олег, зайти на БДК на этого босса. Подожди, сейчас посмотрю. Так, кого еще есть танки? Здесь достаточно 4 танков, чтобы убить боссов. 6 и бессмертий. Ну это 3 уже. Офорд, танк есть? Нет. Никсель драный. Войда вроде. А, это другой. Я требую справедливости. Ну давай, Иксель драный танка, попробуй там. Нет, пусть твой спектница в эрдру, а я зайду на БДК. Мне ничего тут не нужно. Так, сражайтесь с честью. Зачем тогда писать 5-4? Спека не. Имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Зарду! Ладно. Сейчас посмотрим по составу. Так, Гел, держишь Рогу, Клонский Ханта, Лимошка, держишь ДК. Мы сливаем кружок. Лизни Тотем, сидишь на звезде и сбиваешь косты. Самайных. Это плохо. Олег, давай я зайду на БДК, а Войда спикнем в эрдру. Ну, заходи. Нет, это хапало, не Ретрик. Да, вот. Редрик со щитом. А, блин, не то. Вижу. ДК завтра. Хорошо, тогда Вара поддержит Лентаниэль, а мы будем бить кружок, контролить звезду. Ставьте шкаф, пожалуйста, заранее. Да. Сервер. Что делать? Админы забили на этот сервер, и онлайн все понижается и понижается. Радует, что сервер закроют в течение 2 лет. Ставьте шкаф. Кстати, кто... Его не закроют, он дольше не продержится просто. Не знаю, пока приносит прибыль, то он будет жить. Да нет, это прибыль. Я Вара держу. Ты держишь Вару, да. Его ни с чем не соединят, к сожалению. Как бы вам этого не хотелось. Потому что... Если ты про логан один, то там ядра совершенно другие. Нет, они не дадут базу просто. Что-что? Нет. То, что ядра разные, это насрать. Они логан, базу не отдадут. Логан первый с Риверсайдом соединяли, совершенно другой сервер был. С этими... Ну, хрен его знает. Так, бьем кружок. Потом причем они сделали персонажей, оставили и на реверсайде, потом его восстановили, и таких точно же перенесли на логан, то есть у них по 2 чара, и там можно было играть, и там, что некоторые так и делали, скопировали и перебросили. Так, танки готовы, запомнили, что вы держите? Клонский Ханта, Гелд, Рогу, Лимошка ДК, Лентаниэль, Вара, бьем Энха, кружок, потом звезду, лог. На звезде Лизнита там сидит. Все, погнали. Я не знаю, тут админы там этот легион открыли и им занимается. Пока легион жив, этот сервер никуда куда не присоединят, и некуда вообще. Если там жопа будет. А легион как вообще, нормально? Не знаю. Могу в цирке логан 3 не советую. А Сириус что за серф нормальный? Не знаю. К
коты там диспельте с рожочком. А, ты просто в масс диспелью. Я тоже диспелю. Можешь бить. Да и палиться. Бейте звездочку теперь. Эфир там можешь покидать на боссов. Капец, Триси, мы тут играем 7-8 лет. Жесть. Бейте Эрдруг. Самый нормальный и слабый логан 2. Закрывали на логане 3 x50 или какой там Red Bull x25 x3 x1 pvp bkш на сервере катаклизм, потом x1 x20 и остался этот сервер. Все, да, я же там играл. Бейте потом холи пристав, метку пока не могу поставить. О, Войд, подними Алессандру. Топ ДПС гильдии. Подиспельте фир. А, я в самом фире просто. Помогу, дайте бафы. Че там добили уже? Я тут держал этих чоков протопалмы, это было в 10 раз сложнее, чем БДК. Блин, я овца. Где спрятать у меня овцу? Самокритичен. Да нет, тебе нет овцы. Ну, уже нету. Блин, тупо все таунты прожало. Лиссандра погибает. Не знаю. Летом, по-моему, собирали по 5-6 раз, по 5-7 ЦНК. Ну ладно, не 7, это 6 было точно. Пою гимн на ману. Блин, давайте крест уже побьем, это холи пал, он килит этим. Называется Direct Heal нехотами. Лег, как тебе погода? Отлично. Плюс 30. Я просто офигеваю. Киева. Че? Либо тут либо все с Киева, либо с Минска, из Беларуси. Я последние недели каждый день гуляю, и тупо до 6 вечера выходить на улицу нереально. Реально 30 градусов в Киеве? Ну, по всей Украине сейчас так. Кстати, да, в Черновцах плюс 29. А у вас контакт работает? Да, через VPN. По его провайдера работает. И контакты, Mail.ru, все окей работает. Скажи, типа, что он такой решил просто не блокировать его. Не знаю, что ты послышал, потому что там это, ну, контакты запретили. Да, запретили. Но есть такая штука, как VPN.
То же самое, как Россия пытается запретить Телеграм. О, знаешь почему? Потому что Дуров отказался давать персональные данные. Да. Мусора, а не персональные данные, а ключи шифрования отказался давать. Телеграм единственная соцсеть. Телеграм это единственная соцсеть, которая вообще не просматривается мусорами. Там ты можешь, не знаю, там пак продать или там, не знаю, там мешки просто с феном, там кокаин у тебя не найдут. Кольцо. У меня главное, мой оператор LiveCell, он вроде бы типа блокирует контакт, но просто делает его медленным. YouCell называется? LiveCell. А. Типа просто делает контакт медленным. То есть он у меня работает без VPN, но только медленно. Ты мне башмаки, у меня синий. Знаю, мне пофиг, если он все, у меня все работает. Трофей. Таби ГЦ. Спасибо. А, это Ретли, да. Ну, я пошел запускать. А что, на Украине интересно, Трофей? Забав эти мага. Повтори вопрос. На Украине интересно жить. Где интересно жить, если есть интересные вещи? Классно, это как сказать. Не, просто интересность — это понятие очень субъективного. У каждого человека свои интересы. Если ты хочешь пить воду, то ты пьешь воду. Да ладно. Дайте лапу. Философия Бибопа. Ну так это отсылка на Линтониэль. Про интересные вещи-то. Давайте, погнали уже. Кто бы мне уронить не было. Держи предание. Ловите только темные сферы. Соберете 100 стаков, ДПС увеличится, света не ловите. Танков хорошо хильте. Будут сильно проще седать. Белый портал все взяли. Белый портал. Поднимайте друлину, а то мы упадем. Или давай гимн отхил. Давай, даю щит. Таби, давай гимн муну. Тали возле темного портала. Могу резнуть кого-то. Лизни тотема, поднимай. Он встал. Вы ДК-то хильте? Сорян. Пожалуйста, хилы, у вас фул мана, давайте, волну исцеления. Я не могу так захиливать и рейд, и танков поднимать. Может, это рейд упадет. Давайте, помоложение кидай, блин. Цепуху сейчас. Ух ты, ё-моё. Зубы кидай. Так, огня защиты нету. От огня? Да. Так, а что тут от огня вообще? Есть такое. Светлое бьет огнем. Видишь, что-то новое узнал. Блин, каждый раз ты говоришь. Смотри, это нормальные штанишки. Ну, блин. Кому-то надо. Король лич понес тяжелую
потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли... Дело на РД. Ладно, штаны. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Так, завтра РД не будет. Но вам повезло. Завтра будет... ЦЛК. ЦЛК. ЦЛК ОБ будет? Сейчас, подожди, я напишу. Воскресенье слава, СПНР, 18.00. 18.00 плюс 13. Кто может собрать обычки до 18.00? Кто? Есть. Я в воскресенье не смогу. Я могу собрать обычку, кстати, будет народ также нигде. А, тогда ты будешь собирать во сколько? Во сколько хотите набираем? Ну, в 15 минут сможешь. В воскресенье? Да, завтра. Да, смогу. Да, я сейчас ставлю РД на 15 минут. Я зайду, помогу собрать, но не пойду в рейд, потому что времени. Чтобы заманить людей, ставим... А, ничего. Ты это вслух сказал, если что. Я знаю, не специально это сказал. Им чем-чем? Там надо ставить ренивал в скобках, что-то такое. Или пасаба. Я могу водить бычки в пятницу. Иногда в субботу, в воскресенье нет. Нормально, отводи в субботу и в пятницу. Ставь просто РД заранее, все. Ну окей, ну типа, я просто вчера не знала, когда я смогу повезти. Да, есть рейды, люди ходят, заняты рейдами, они тем, что дабы ливнуть. Лина, а почему ты в РС не ходишь? Ты говорила, меня РС-ка изнасиловала в детстве, ну что за вопросы? И страшно по драконам пробегать. Там нервы оттачиваются хорошо. Так. Начинай. Горн только... А, горн есть. Ой, дайте Крис, да. Пожалуйста, Пэрдру. Кого? Крис Пэрдру. Извините, спасибо. СС в повороте на Эрдру. Уверен, ты будешь релить? Да, я буду релить. Шо? Лича, вряд ли. Погоду, но по ходу дела там. Попробуем. Так, убьем, думаю. В общем, люди есть, надо просто люди, которые умеют собирать рейды, организовывать что-то. Собрать, я соберу. Давай тебе эти трэш. Бегайте, муж. Гости заявились, как и обещал, господин. Че, вообще будет где-нибудь второй ДФБ? У меня типа лежит шмот на Эрдру на ДФБ специально на случай, если гильдия соберется. Кому, кто эрелит вообще ДФБ? Ну, в прошлый раз эрелил Джаз. Когда было? Ой, дядя, сейчас скажу тебе, когда это было. С этим вопросом к Норексису он собирает. Ну, как
видно, у него нет времени на ДФБ. Там он может собирать. 12.03.2017 это было. Мне привезли просто мне это собирать. Мне не нужно ДФБ, я так типа чисто помочь оставила шмот. Сколько процентов у босса? 42. Давайте тогда трэш потом. Мы можем еще сходить куда-то. Пойдемте по ПГ. Ну там была спечатанная месяц. Подойти в 10 ОПМЖ одевать. Пойдем в десятку, если Е подойдет. Ну, десятку. Ну, за 10 гер ЕП есть, да. Так, по-клански давай сакру. Мне тупо хили, молитва, исцеление, рейд и все. Дальше танков. Пас. Блин, а одного уронил. План боя. Нахила. Плач, кому-то надо? Надо? Ой. Нахила не надо. Ну это без... Ярость хорошая упала. Изивай, надо тебе? Мне бы... Ну у меня гера-то десятая. Топор... Я не сотрел просто ваш мод топор.